православных очень часто упрекают, что вы очень скорбные, лица ваши грустные, одежды ваши темные, и у вас вечный пост. Это совсем не так. Достаточно посмотреть на людей, которые наполняют храмы, которые буквально просто кричат «Христос воскресе!». Многие ли из нас сейчас могут в себе взрастить такую веру, чтобы отдать свою жизнь за Спасителя? Если Христос не воскрес, то напрасна вера ваша, вы еще в грехах ваших.